И всем привет, ребят! Вы на канале WCSGO. И сегодня мы с вами будем играть в игру Rainbow Friends в два чаптера, то есть в первую часть и вторую часть. Я пока местно настрою немножко звук, потому что он для меня слишком громко играет. Так, давайте начнем. Сейчас я хочу телепортнуться. Так, где у нас первый чаптер? А, вот он. Вот, мы в первый будем играть и во второй. Все, пойдемте в первый. И пока я телепортируюсь, захожу в него, хочу вам сказать то, что под последним шортом я писала, что мне нужна помощь, то есть несколько людей для видео. Вот. Дальнейшую информацию я скажу тогда, когда наберется какое-нибудь количество людей, то есть до завтра, до часу дня я буду ждать. Нет, давайте не до часу, давайте до 2 часов дня я буду ждать ваши комментарии и ники. То есть обязательно напишите ник мне. И мы с вами свяжемся. Я думаю, если это будет возможно, возможно через Telegram, а возможно мы и в Роблоксе все это обсудим, только на приватном сервере. Также хочу вас попросить заходить в сообщество, потому что там я выставляю тоже информацию, и это тоже влияет на типа дальнейшие видео и мои как бы действия. Также прошу вас подписаться, поставить лайк и писать комментарии. Мне нравится вам вообще, когда я снимаю такие видео, или, возможно, мне поменять формат. Ну, как формат поменять? Снимать другие видео, к примеру, там, хорроры или так далее. Ну, а если у вас есть конкретная игра, то напишите мне ее в комментарии. Буду очень признательна. Спасибо. Ну, а мы уже отправляемся. Вот я там сижу, это хорошо, потому что меня не утащат. Хотя, в принципе, и так мы будем с вами живы. Ну, надеюсь. Так, нам перевернули стрелочку. Я думаю, эту игру уже проходили все, но, возможно, нет. Поэтому расскажу, как сюжет. Короче, мы едем вот тот парк аттракционов, но кто-то сворачивает нам стрелочку в другую сторону. Мы разбиваемся на автобусе. И одного чела, вот, он, короче, сидел первый. Ну, мы видели его в начале, когда только что было. Вот, его утащат. Ну, и нас тоже. Мы с вами ощущаемся в каком-то помещении, и вот нам говорят: добро пожаловать, мне нужна твоя помощь. Ну да, ради помощи нам решили сбить автобус. Спасибо, а просто попросить уже нельзя. Какие люди некультурные пошли, ужас, ребята. Он говорит, что мои блоки упали, и мы должны собрать, ну, найти и собрать все эти кубики обратно. Удачи. Спасибо. Так, давайте пойдем. Ой, я что-то сижу, встанем. Так, идемте. Нам нужно собрать 24 кубика. Знаю, что эта игра старая, и, возможно, кому-то будет неинтересно ее смотреть. Но я решила ее снять, так как пока у меня есть видео там, где мне нужны остальные. Короче, нужны еще люди. Я же говорю, только завтра мы с вами все это разрешим. Так, я уже собрала 4 кубика. Это, в принципе, прогресс. Так, я слышу вроде Блю. Ну, короче, он где-то ходит, не знаю где. На всякий случай наденем, мало ли где он ходит. И все сразу понадевались за мной. Кстати, простите за голос, потому что у меня до сих пор болит. И у меня сейчас с голосом немножко проблемы. Ну, короче, не суть. Пойдемте-ка собирать. И вообще, кто помнит эту игру? Возможно, кто-то в нее играл. Олды, пишите в комменты. Блин, я когда сокращаю, я думаю, что я какая-то странная. Возможно, так и есть. Я буду сегодня часто нажать коробку, потому что я не хочу переснимать 1000 раз серии, но я буду все обрезать, поэтому да. Так, я уже сюда пришла, короче. Побродила, не нашла кубики, но у нас остался найти один кубик. Так, давайте спрячемся, потому что вроде где-то идет Блю. Не уверена. Куда лезешь? Закрыто! Приходите завтра. А лучше никогда. Брысь отсюда, это мое место. Я первая сюда зашла. Что вы хотите от меня? Кушай отсюда. Мое место. Так, короче, походу, ты чувак нашел последний кубик. Наконец-то, давай вставляй его уже скорее. Не, походу, не он. А, значит, тут второй, все. Потому что я видела, как они заходили, и вроде как кубик нашли. Да, все, наконец-то. Ура. Спасибо.
Что ты там еще сказал? Неинтересно. Так, а вот появляется наш любименький зеленый, который нас не слышит, но если он нас затронется, все. Он, как бы это так сказать, поиграет с нами. Да, поиграет. Очень интересная игра. Так, короче, кто у нас остался с нами? Три нет, три пошли гулять. Так, вот мы в комнате ожидания. Так, я хотела себе коробочку бы прикупить. Так, сколько стоит? О, 150, а у него часа 80 этих монет. А, это коробочки. Блин, я... А где боксики? Стоп. О, эти 1000. Ну, а, ничего, накопим. Так, 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 загружаемся уже. Так, тут нам говорят про зелененького, который, короче, ну, он думает, что этот зеленый знает, что он здесь, но не беспокойся о нем, так как он не слышит ничего. Но он может дотронуться до тебя, не увидев тебя. Но он может дотронуться до тебя, не увидев тебя. Ну, короче, да. Он, типа, вопросом задает нам это. Так. Пошли собирать, короче, вот такие вот пакетики. Да. Вот тут мне начинает уже напрягать, потому что их уже двое, уже плохо. О, привет, Блю. Так, пойдемте, пойдемте, пойдемте. Я не помню, а он сразу тут спавнится или нет? А, нету. Ну, хорошо. В принципе, плюс. А что я не сниму коробочку, а? Я сраненькая. Ладно. Так, короче, это я кое-что настраивала, не суть. Пойдемте туда. Как думаете, я пройду с первого раза или со второго? Может, третьего, там, с пятого, не знаю. Интересненько. Короче, ставьте видео на паузу и пишите в комментариях. Буду очень познательным вам, если вы напишите комментарий мне. Знаете, больше чему я всего радуюсь? Не только подписки, а лайк, а еще комментарии, потому что это очень редкость. Именно под видео. Под видео прям очень редко, а, ну, под шортсами еще более-менее. Так, что-то мы с вами опять не об игре говорим. Так, у меня есть один пакет. Кстати, здесь я реально вот меньше всего меньше всего собираю. Я больше всего собираю кубиков, ну, в самом начале. И еще, возможно, в конце. А вот посерединке такое очень редко я слишком много собираю, потому что как-то либо я боюсь выходить уже, либо просто не везет. Ну, наверное, то, что я боюсь выходить. Короче, тут нам показали пакетик, но его уже успели до меня забрать. Так, а тут у нас появляется оранжевый. Я его называю апельсинка, кстати. Потому что он оранжевый, и на английском orange это будет как оранжевый, так и апельсин. Два перевода этого слова. Не понимаю логики, чтобы одно слово имело два значения. Так, короче, я посмотрю, сколько у меня денежек. Так, вроде все живы. Нет. У нас все меньше и меньше. Походу, к концу игры я одна останусь. Такими темпами. Так, у нас есть 10 минут отдыха. Вот, давайте займем кроватку. Я хочу эту. Буду с этой девочкой тусить. А, походу, одна. Да, блин, как залезть сюда? Короче, меня сюда не пускает, и у нас закончилось время отдыха. Даже тут нам не дают отдохнуть. Так. После того, как я, починишь мою машину, я покажу тебе... Ну, короче, вроде как он должен нас отпустить. Что, типа... Ну, вот это за следы, можно так сказать. Вот, да. А это один из моих, не то чтобы нелюбимых, ну да, наверное, нелюбимых. Это, короче, фиолетовый. Вот я люблю фиолетовый цвет, но этого челика я не люблю. Прям конкретно не люблю. Так, побежали. О, этот еще жив. Я думала почему-то, что его уже нету. Так, я возьму вот этот. Мне кажется, или я слышала звуки, блин. Кстати, да, вы не будете слышать звук самой игры, потому что после этого, ну, короче, когда я записала видео, ну, и начала его монтировать, то есть, то я заметила то, что звук
он вообще как будто в воде. У меня такое бывает, и я не знаю, как это починить. Это бывает редко, но в этот случай он случился. Поэтому вы не будете слышать звуки игры, только меня. Надеюсь, вы не очень обидитесь. Так, все, давайте отдадим вот эту фигню, лампочку, и пойдем собирать новое. Так, вот тут, короче, вот этот фиолетовый сидит, у него несколько есть вот о, лампочка, вентиляционных, как это сказать, переходиков, вот, и он в них сидит, понимаете, он перебегает с одной точки на другую, и один раз я просто так испугалась, потому что он просто меня съел, и я не знала о нем вообще, то есть, ну, не знала, что есть такой персонаж. Но после того, как он меня съел, я узнала о нем, и я, ну, не знала, как с ним. О, блю, пришел. Прошел, точнее. Я не знала, как с ним, типа, бороться. Как, ну, не попасться ему. Вот, но теперь знаю. Просто нужно подождать, когда его тут не будет. Так, ладно, сейчас пойду. Ну, подожду. А, нет, не пойду. Ну как? Короче, пойду, наверное, да. Все. Пойдемте. Я веселый таракан, я бегу, бегу, бегу. Ты меня не догонишь, все. Короче, пробежали, все. Все хорошо, все спокойно. Пойдемте еще одну лампочку ставим. Так, сколько у нас останется? От. Боже мой, зеленый, что так пугать? Боже, зеленый, хватит меня преследовать. Короче, ребят, я немножко походила, и вот я увидела здесь эту штучку. Ну, лампочку, которая горела. Я сюда пришла. А зеленый за мной, блин, пошел. Давайте тут спрячемся, пока вместе. Кстати, вот еще одна из его точек. Вот, видите, он смотрит. И если он тут смотрит, нельзя проходить, потому что он нас съест. Как я узнала. Ой, ой, не съест. Покажет вам кораблик, как оно, да. Покажет вам руки, ручки тянет. Хочет вам просто показать. Так, все, давайте ставим. У меня последний на этот лампочку. Все, наконец-то. Так, типа конец, ну или наконец, скажем так. Что происходит? Этого не должно было быть это не должно было случиться. Опа, а свет погас. Да, свет погас. Что? Машина не в порядке. Я ничего не вижу, типа темно. Так, у нас еще минус один. Еще у нас меньше и меньше. Вай, вот такие вот красивые палочки. Я себе домой такие хочу. Они такие прикольные. Только хочу, чтобы они были это, как называется, подлиннее чуть-чуть. Но не слишком. И другим цветом. А лучше вообще они будут... Не знаю. Ну, короче, мне такие нравятся. Так, вот у нас следующая ночь. Я вообще не могу понять, что мы ждем. Быстренько бы все сделали и все. Ты должен вернуть электричество обратно. Найти путь, как электричество... Ну, короче, подпитайте генератор и включите его. Ты знаешь, возможно, я тебя, короче, выпущу после того, как ты это сделаешь. Возможно, вам это понадобится. Ну, невозможно, точнее, ну, короче, он что-то другое сказал, я просто не поняла это слово. Так, берем фонарик. Блин, надо было... Ладно, пусть уже это будет. Просто если так, то у нас полная темнота и только фонарик освещает. А если бы нажала not, ну, no thanks, то типа нет, спасибо, то у нас было бы поярче. Блин. Ну ладно, так атмосферненько. Зато я первый раз играю, так обычно я играю, ну, нажимаю, короче, not, ну, нет, спасибо, и оно посветлее. Так, я что-то не могу понять. У нас вроде должен быть оранжевый уже как давно, но я его что-то не вижу. Или я на него не попала. Ну, вообще, это очень редкость. Наверное, может, его еще нет. Так, ладно, давайте собирать батарейки наши. О, батарейка, давайте ее вернем на... Ну, в генератор, короче. Тут никого нету. Все, побежали. Так, давайте... Я не знаю, куда пойдем. Ну, давайте сюда, потому что вниз я уже спускалась вроде как. Оранжевый, вы видели? Еще б секунды, меня съели. Не забывайте кормить оранжевого. Чего, блин? Я только говорила про оранжевого. Оранжевого моего апельсинчика. Капец, боже, я так испугалась. А что это за колокольчики? Я вроде этого места и раньше не видела.
Я вообще тут была хоть раньше или нет? Ну, то есть, вот эти вот стены, да, но я была в другом месте, там, где только что мы могли бы сюда пойти, либо вниз. Вот я внизу была, а здесь, мне кажется, я вообще не была. Вон там батарейку последнюю подсвечу. Блин. Куда это он? Он тут спит! Боже, какой ты милашка. Так, ладно, побежали за этой батарейкой. Короче, не успела за батарейкой. И их уже собрали. О, плюс 125. О, у нас уже 395. Ну, смотрите, мы неплохо с вами уже подзаработали. Так, свет у нас заработал. Это хорошо. Вы вернули мой бизнес. Или я неправильно прервала. Ладно, спасибо, что вернули электричество обратно. И, типа, как я и обещала, я вас верну, типа, назад. Но сперва мы проведем с вами прощальную вечеринку. Ну, кто бы сомневался. Так. Сейчас нам тут про билетики расскажет. Чтобы, короче, попасть на вечеринку, вам нужны билетики. Господи, ты нас вообще запер в каком-то непонятном здании. И хочешь, чтобы мы твои задания выполняли. Какая вечеринка прощальная, а? После вечеринки, типа, я должен как бы вас отпустить. Господи, нас все меньше и меньше. Сколько нас осталось вообще? Пятеро? Раз, два, три, четыре. Ну да, пять. Вроде пять. Да, пять. Ой, смотрите, какой нам колпачок дали красивый. Мы такие прям классные. Так, у нас 9 минут отдыха. Давайте с вами посидим на этой прекрасной фиолетовой кроватке. И будем за всеми наблюдать. Блин, я когда так сажусь, я похожа больше на какого-то паучка. Так. Создаю вам эстетик звуки тут. Отведайте тортика. Или что он сказал? Ну, прекрасного тортика, но-ка я не поняла, что. Короче, каждый должен взять по кусочку тортика. И, ну, сказал, веселитесь тут уже сейчас в конце. Ну, короче, да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда я нажимала я тут? Так, все, пойдемте, а то мы уже отстаем от всех. Бежим, бежим. Ой. А, это нам показывают. Короче, если мы наденем шарик, то блю выйдет. Все, сел поспать. Загрустил. Это я когда увидела, сколько уроков задали. А, девочка только что это все. Минус девочка у нас. Вот эта, которая сейчас у меня с крылышками. Чего? Если она здесь, то он ее не того? Прикол, я не знала. Все, сейчас этот последний дойдет и... Этот шарик опустится, который возле... Вот он, короче. А, зеленый этот. Я сразу туда бегу. Опа, лопнул. Все. Блю побежал. Открывать быстрее двери. Я первый раз тут, кстати, не выиграла, потому что я не знала, что эту штуку надо отдвигать. Быстрее! Быстрее! Да быстрее! Да не толкайте в обратную сторону, я выталкиваю. Быстрее. Так, все, я первое веду. А я вообще не... Ну... В этой штуке уже не помню, куда поворачивать. А, ладно, все сюда. Так, на свет, на свет, на свет. Да, сюда, быстрее, быстрее, быстрее. По досточке, по досточке. Так, присесть, присесть, присесть. А! Еще раз присесть. Так, куда, куда, куда? Сюда, сюда, сюда. А, все, бежим. Быстрее, быстрее, быстрее. Бежим, ребята. Скорее. Все, мы с вами прошли. Считаю, это пройдено. Так, сейчас к нам придет Блю, который уже бежит. И мы с вами идем во вторую часть. Ну, первую мы скажем... Ну, я выполнила, я прошла ее за один раз. И я очень рада, потому что я не очень люблю переигрывать. Нравится все с первого раза. Ты выжил. Спасибо, Rainbow Friends. Все, сейчас вернемся. Так, все, короче, я телепортнулась... Ну, точнее, пришла сюда. Мы с вами заработали 545 монет с первой части. Но я скажу вам немало. Так, все. И мы давайте телепортируемся сюда. Игра, короче, начинается. Вот, наконец-то мы телепортнулись. Так, мы с вами бежим оттуда. И бежим мы всей толпой. Я пропускать не буду, потому что я не помню. Дословно, ну, прям точно, что тут было. Поэтому давайте. Ну, и еще кто не играл, поэтому вот, держите, можете посмотреть. Заодно вместе со мной. Так.
Тут мужик что-то делал. А, что? Что вы здесь делаете? Он такой, нас, короче, туда-сюда, потом оранжевый, фиолетовый, этот, а сюда. Монстры, ты говоришь? Я, конечно, только... Что такое? Короче, тут нам должны помочь, он говорит. Так, мы типа нажмем на какую-то кнопочку, она засветится, и там будет светить сос, она спасут. Угу. Конечно. Спойлер, этого не случится. О, наш этот пупсик. Это, короче, тот самый, типа, ученый, скажем так, который нас в прошлый раз просил кубики собирать, ну и так далее. Он выпустил наших радужных друзей. Спасибо. Но не всех. Будет весело. Весело будет капец как. Так, вот мы уже появились. Бежим. Вообще, эта карта Лазертаг. И очень прикольно. Я вообще люблю Лазертаг в жизни. Играть в него. Это очень прикольно. Ух ты, как я вовремя коробочку-то успела надеть. Смотрите. Какой мы злой. Ой, у нас минус челик. Так, давайте отползем от него, чтобы он нас я точно не увидел, потому что если он сюда пойдет, то нам все. Крышка. Так, нужно собрать вот эти вот кристаллики и отнести их обратно. Вообще, прикольно этот карта. Если бы не эти радужные друзья, то я бы и тут хотела бы побывать. Так, ладно, давайте выйдем и пойдем. Так. А как сюда залезть? В смысле, меня заметили? Кто заметил? А, блин, надо... Да в смысле? Вы что, издеваетесь? Да. Ладно, возвращаемся на лобби. Так, короче, я уже вернулась. Давайте на этой штучке прокатимся. О, блин, прикольненько. Только теперь нам придется очень быстро бежать, так как он здесь. И наденем коробочку. На всякий. Так, что у нас здесь? О, а тут у нас есть лампочка. Подбираем. Ой, кого-то, кстати, съели. О, а это замок Блю. А вот и он сам. Так, давайте дальше собирать. Так, короче, вот я уже еще одну штучку собрала. Давайте их сюда поставим. Готово. Все, пойдемте искать дальше. Так, короче, уже собрали все. И вот, у нас вместо кнопочки, типа, должно было вроде как сос быть. Но у нас вместо этого вот такой вот фонарь. И там изображен, типа, Блю. И тут он нам говорит... Подождите, должна была высветиться надпись «СОС». И, ну, дальше я не успела прочитать, короче. Нам он что-то рассказывает. Там Блю, кстати, прошел. Это Блю? О, нет. Я допустила ошибку. Мы должны, типа, найти выход отсюда побыстрее, что ли. Так, и... У нас сейчас появляется с вами вот такой вот желтый птеродактиль. Вот, я его не очень люблю. Ну, такой, типа, выглядит прикольно, но сам в игре он мне не так нравится. Так, сейчас посмотрим, кто у нас остался. Так, ого. Вот это у нас мало осталось. Так, все, теперь нам нужно собирать огнетушителей 15 штук. Так, я собрала 2 огнетушителя, давайте их положим и найдем еще 3. Так. Вот это я успела. Еще и Блю пришел. Просто секунда, и я бы уже все проиграла. Капец. О, Блю сюда идет. Ладно, пока все найдет, я пойду еще поищу огнетушители. Так, короче, пойдемте. Здесь еще есть вроде как 2 огнетушителя.
поэтому давайте их с вами и заберем. Короче, ребят, вот мы уже собрали. Так, все, сейчас мы типа должны пробить эту дверь, чтобы выйти. Что это? У нас, короче, полетели какие-то штуки, а наш этот чубрик ударился головой об камень. И он проснулся на огромном конструкции, ну это типа как аттракцион, вот, вспомнил. И там внизу динамит, и мы должны успеть за время, пока он туда не дойдет, его спасти. Ну, точнее, собрать вот эти все штучки. Как я их называю, лупоглазики. Ну, потому что они такие милашки, просто давай. Так, у нас уже осталось нас вроде как четверо. Да, четверо. Капец, начиналось так много. Так, ладно, давайте собирать наших этих шариков. Короче, ребята, я собрала вот такого вот лупоглазика. И когда я сейчас надеваю коробку, я вспомнила, что эти лупоглазики, во-первых, мы не можем собрать их больше одного, а во-вторых, если мы надеваем коробку, они падают. Классно, ребята. Так, давайте тут пока мы спрячемся, потому что я слышу, как кто-то идет. И это будет капец. Ну, посмотрите, какой он милашка. Мне так нравится. Смотрите, какой лупоглазик. Просто бай. Так, короче, ребят, я вроде посмотрела, никого нет. Пойдемте. А, нет, идут. Или я успею с этой стороны выбежать? Успею или не успею? Ладно, успею, побежали. Раз не там, я думаю, я успею. Бежим, бежим скорее. Бежим скорее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, ребят, я так не успею. Бежим быстрее, скорее сюда. Фу. Это вы прикиньте, если бы я просто сейчас сюда как бы не спряталась, а там осталось, мне опять заново бы начинать. Хорошо, что хоть сейчас смекалка сработала, не то, что в прошлый раз. Ребята, у нас проблема. Нас окружили. Ко мне сейчас пришел Блю. Он меня заметил. Ну, тут как бы нас могут замечать, но они достать нас не могут. Хоть один плюс. Я забрала вот эту вот лупоглазечка. На этот раз бирюзового. И да. И они там ходят, понимаете? Я сейчас не могу их даже посмотреть, потому что сюда птеродактер прилетал. Вроде как. Или еще нет. Я даже не заметила. А, нет, вот он сюда. Есть. И он меня, кстати, тоже видел. Вот. О! И этот пришел. Просто классно. Ё-моё. Куда свои руки тянешь? Не надо мне тут своих рук. Бери свои ручки. Бери, не надо. Не надо. Не надо мне это. Не надо. Короче, я сейчас девочке тут писал. Куда ломишься? Куда ломишься? На камеру хочешь? Нет. Мы тебя не покажем сегодня. Короче, девочке написала, ну, типа, что нас окружили, это капец. Не ушли, я спросила, потому что она там в середине. Середины там, короче, снаружи, блин, вот, сидит. А я здесь, но, походу, нет. Короче, вот я еще одного лупоглазика, это осталось два. Ну, отнесла, короче, сейчас давайте пролетим. Вон там, я вижу, один остался. И тут. Вот, я почему-то так уходила, потому что они, короче, как это, блин, сказать. Меня тогда окружили, и мне... Да ну, да нет, отпусти! Отпусти! Да ну вы что издеваетесь? У меня нет слов. Мы бросили Елену. Да. Ладно, ребят, тогда я сейчас вернусь, и мы с вами начнем с того момента, как это называется. Ну, короче, вот на котором мы сейчас закончили. Ребята, ситуация с вас. Я одна на сервере. Одна. Все умерли, я одна осталась. Это капец какой-то. И я закончила на вот этом вот. Поэтому сейчас я все буду заново собирать. Причем одна. Я не знаю, как я опять с лупоглазиками этими справлюсь. Ну, короче, постараюсь. Так, короче, пойдемте. Ой. То сейчас ты меня не заметил, да? Ну, ты лошара, конечно, лошара. Ничего не сказать. У нас зеленый пришел потанцевать тут, короче.
Наконец-то он ушел, это капец какой-то. Я так долго ждала, пока он еще уйдет. У меня, кстати, сейчас 7 огнетушителей. Там у нас получается плюс 3. Ну, где-то у нас 5 огнетушителей осталось. Так, давайте, короче, отдадим их всех. Да, все, у нас осталось... А, теперь 4, потому что я еще один забирала. Так, у нас где-то еще 4 должны быть. Сейчас их найду и обратно верну. Наконец-то я их, короче, собрала. Я думала, их никогда в жизни не соберу. Так, и сейчас мы должны собрать этих лупоглазиков. Ой-ой-ой-ой-ой. Опа. А что там мы? А меня здесь нет. Да, я двигающаяся коробка. И что? Ребята, я не успела дособирать их. Ничего сейчас будет. Ой-ой-ой-ой. Неужели все заново проходить? Не, ну не, ну вы что, издеваетесь? Я не хочу заново все это делать. Я тут столько времени потратила. Да капец. Что-то салютики. О, лупоглазик. И это что, на него работаешь? Смотрите, какой смешной. Чисто, как я взглядом показываю подруге, чтобы она мне помогла на контрольной. Реально похоже так. А, нет, стоп, он жив. О, как прекрасно. Я рада. Не беспокойся, я в порядке. Я и не беспокоилась. Зачем мне о тебе беспокоиться? Мне вообще было пофиг на тебя, лишь бы я игру прошла. Ура, наконец-то, ребят, у нас появляется этот персонаж. Он мой, наверное, самый любимый. Он такой милашка, боже. Вроде это ящерица, но я не уверена. Короче, вообще он по-настоящему по-другому называется. Но, боже... Он бирюзовый и такой красивый. С ним надо быть, короче, осторожно. Там надо не двигаться, и тогда он тебя не съест. Вот. Ну, а мы сейчас будем с вами собирать сахар. Ну, пакетики сахара, чтобы приготовить тортик для лупоглазиков. Так, ребят, последний пакетик. И вуаля. Мы с вами, короче, сейчас приготовили тортик. Ну, как приготовили? Ну, короче... Что-то мы там готовили, не знаю для чего, либо просто сахар. Ну, вроде тортик. Все, пока все не есть, мы должны с вами быстренько пробежать. Короче, бежим здесь, и мы придем с вами, точнее, к вагонеткам. Если не ошибаюсь, то да. И да, я была права. Сейчас я сижу, короче, на вагонетке. Он нам что-то тут рассказывает, но нам это уже с вами не интересно, либо бы нам уже выехать. Ну, лично для меня. Вы это просто сидели, а я это проходила где-то часа... Ну, час или не знаю сколько, но вроде час прошел уже, как я снимаю это видео. Вот. Все, начинаем с вами ехать. Короче, я чуть-чуть проехала, там ничего не было интересного. Нам, типа, просто рассказывали, как нужно ездить и что нужно поворачивать направо и налево. Ну, в принципе, я это и так по кнопкам увидела. О, оранжевый ходит, есть тортик. Прикольно. Так, давайте ехать дальше. Мне уже немножко даже стрёмненько, потому что я не помню, что тут точно было. Помню только вагонетки. О, нет. Нет. Зачем так низко? Пупсик мой, я же тебя люблю. Зачем за мной гнаться? Не надо. Флоу. Короче, следуйте за ними. Так, нам сейчас направо. Ой, оранжевая апельсинка моя пришла. Ты зачем? Да не надо на меня нападать. Вы чего? Я же добренькая. Капец. Я перепугалась. Так. Мне кажется, мы немножко отстаем от них, нет? Да, походу отстаем. Короче, мы уже поднимаемся куда-то наверх. Мне уже даже стрёмненько. Куда-то мы... Куда? Куда залезли? Нет, нет, нет! О май гад, просто ужас. Мы с такой скоростью бешено летим. Это вообще в шоке. Капец, я прям чувствую, как мой персонаж в игре такой, типа, боже, помогите! Так, нам сейчас опять направо. О, голубенький пришел, Блю, привет. Ну, вообще, разработчики вообще класс. Игру реально сделали прикольную, интересный сюжет и классные карты. Так, нам сейчас налево, правильно? О, наш птеродактиль прилетел. Прикольненько. Но я их, ну, не так прям, скажем, люблю, вот как оранжевого и вот этого бирюзового.
Я его буду называть, наверное, ящеркой, потому что не знаю точно его название. Вот, ну смотрите, какой милашка. Ты ротик это закрой, не надо меня так пугать. Так, все, мы уже где-то уходим. И вот, мы уже выпали. Ну, слава богу. Так, мы, походу, на этом матрасике упали. Ну что, мягенький. Так, побежали к выходу, да? Это ж выход, правильно? Эй! Там не ушибся, пупсик. Какой ты красивый. Так, ладно, бежим. Какой бы он красивый не был, я не хочу оказаться у него в животе. Побежали. Так, присесть. Ой, я вот ненавижу так моменты, где нужно приседать вот прям резко. Не люблю вот вообще. А от слова совсем. Так, бежим, 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 бежим. Так, 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 так. О, фух. Так, присесть. Бежим. Ой, смотрите, как он на меня прикольненько так смотрит. Эх, обиделся. Ну ладно, пока. Кстати, на ящерицу он не похож. У ящерицы вообще 4 лапки, у него 2. Значит, не ящерица. Значит, будем его назвать бирюзовый. Не знаю, как его еще назвать. Ну все, ребят, мы выжили. Я очень рада. Мы пришли с вами сегодня 2 чаптера. Если вам понравилось, то ставьте лайки, пишите комментарии. Всех буду рада. Заходите обязательно в сообщество. И всем пока-пока. Я вас люблю.